Всем привет, на канале Олег Нестеров, Брест. Ну и сегодня, как я и обещал, мы испытаем бензогенератор. Эту замечательную вещь. Ну и расскажу плюсы и минусы, где ее можно использовать, да? Генератор предоставила фирма Альфаград. Генератор бренда Skipper. Сейчас мы чуть позже его проверим, как он работает, да? И про бизнес-то, что я хотел. Человек мне звонил в районе Крайнего Севера, да, ну на севере, там 30 градусов. Можно организовать неплохой бизнес, а именно по запуску холодного двигателя. Берете электропушку, да, и электропушкой тепловой подключаете и можете обогревать. То есть можно на 5 киловатт даже пушку ставить, здесь запас большой, то есть максимальная мощность 6,5 киловатт. То есть этого за уши хватит. Есть и вот такие вот пушечки тоже как бы. Это на 3 киловатта, есть на 5 киловатт. То есть ее можно также подключить к генератору. Ну а для жителей Брестского района рынок Будовничий рай. Павильон номер 32. То есть можете приехать здесь и приобрести. И зимой будет тепло-тепло. Также есть здесь и газовые пушки. И там даже есть еще зарядное устройство типа. Пока вы греете свой автомобиль, да, там пушечкой, вы можете также и подзарядить аккумулятор. То есть на 8,3 ампера. То есть для старта подзапустить, пока вы греете. Аккумулятор погонять, да, тоже вполне можно. Две розеточки. И такая вот с такими разъемами тоже, да, силовая розетка. Очень удобно. Аккумулятор, заземление можно сделать. Вот такой вот агрегат. Сейчас мы его попробуем в деле. Так, ну вот так вот спокойно умещается в матис эта фигня. Но тяжеловатая. Двигатель 15 лошадиных сил, четырехтактный с воздушным охлаждением. Поэтому бензин заливаете чистый 92-й. Вместительность бачка 25 литров. И уровень тоже вы можете наблюдать. Здесь есть как ручной стартер, так и от аккумулятора он заводится. Да? Заводится очень просто. Полчаса пока новый, поработать. Подключаем сварочный аппарат. Сварочный аппарат тоже у нас Skipper. К нему колеса, то есть можно прикрутить колеса, ножки, вот всевозможные розетки, и то есть можно его поставить уже на колеса, можно будет катать по гаражу туда сюда куда хочешь. Чем еще хорош генератор, то есть если у вас в гараже большие просады, да, тока, то есть вполне возможно его использовать как источник тока. Допустим, сварку у вас не вытягивает, да, или компрессор не запускается, ваша сеть не может справиться, не запускает, то вы вполне можете запустить генератор и
То есть, ну, сваркой 2-3 часа там вы будете варить, да, пусть вы там 5 литров бензина потратите за день, но это вам окупится, то есть ни нервы вы не потратите, все равно за эту работу вы берете деньги, да. Также его можно поставить в подвал, то есть, а выхлопные газы, допустим, в вентиляционную трубу чуть-чуть отвести, то есть, и у вас уже будет наверх, и он шуметь меньше будет. И также можно сделать выводы на стенку наверх, то есть стартером запускать. Но единственное, там, да, там возбуждение генератора еще, кнопочку надо все равно нажимать. Ну и, в принципе, это очень удобно. Или где-то вы в частном секторе, да, там тоже просады, и когда вы варите, допустим, сварочным аппаратом, у соседей моргает свет. Тоже соседи через какое-то время будут жаловаться. Здесь же вы такой проблемы избавитесь. Тем более, если он у вас там в подвале будет стоять, не особо шуметь. То есть, как вы видели, тянет он и сварку, и болгарку. И я думаю, все вместе он тоже будет тянуть. Просто неудобно, не с кем, так бы могли бы мы вдвоем. Ну и пушку тоже как бы свободно будет тянуть. Так что можно организовать бизнес. Как бы никого, да, никому не заставляю, никому не навязываю, просто даю мысль для размышления. Ну, я надеюсь, вам понравился обзор. Ставим, не забываем, лайки. Ну и всем добра и бабла. Внизу под описанием видео будет ссылочка на фирму Альфаград, где вы можете посмотреть на сайте оборудование, какое там имеется.